День химика в этом году будет отмечаться грандиозно. И даже погода, судя по прогнозам, будет солнечной и теплой. Все для того, чтобы праздник удался. И мы сейчас вам расскажем, что именно и на каких площадках будет проходить. Итак, центральная площадь в этот день будет поделена на множество тематических площадок. Например, на этом месте между скейт-парком и остановкой общественного транспорта будет настоящая химическая лаборатория. Также можно будет побывать в музее занимательных наук Эйнштейна и даже сделать монетку на память. Кармашек для автомобилей возле доски почета превратится в площадку для рисунков на асфальте. И именно с этого места начинается детская территория, потому что дальше будет расположена детская фотозона, дальше творческие мастерские, аквагрим и даже живые статуи. А вот здесь будет зона для игры-ходилки. На участке улицы 30 лет Победы, которая будет перекрыта, для любителей ретро-автомобилей будет устроена настоящая выставка. Предупреждаем, этот участок улицы во время праздника будет перекрыт. На этой стороне площади, возле остановки общественного транспорта, будет располагаться детский батут. И он как бы завершает детскую зону, потому что дальше начинаются площадки для всей семьи. Фотобудка и фотозона. А вот на этой второстепенной дороге, в стороне от праздничной суеты, состоится вкусная ярмарка. Вдруг кто захочет подкрепиться. Примерно на этом месте состоится танцевальный флешмоб и запустит настоящую волну движения. А немного подальше, возле Мировского моста, установят сцену, и на ней состоится главный праздничный концерт. Сначала на основной сцене выступят городские коллективы и исполнители, а затем их сменят знаменитые артисты – три звезды из разных поколений. Во-первых, звезды «Золотого граммофона» – дуэт «Баян Микс». Во-вторых, участники фестиваля нашествия – коллектив «Мамульки Бэнд». Ну а самыми именитыми участниками концерта станут Александр Иванов и группа «Ронда» – легенда отечественной эстрады. И этот концерт, и этот флешмоб – шоу взрывных элементов, вкусная ярмарка, зона игры – тоже является частью Вселенной. Приходите на Центральную площадь 27 мая. Начало праздника в 17 часов. В 20:00 состоится настоящий концерт. После этого лазерное шоу, ну и, конечно, праздничный салют.